Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня у нас 7 марта 2020 года. И, наверное, как вы уже поняли из названия этого ролика, я хочу сказать вам, что наша собачка Алиса умерла сегодня ночью. Как мне печально говорить вам об этом. Сами понимаете, наверное, что у меня сейчас на душе. Конечно, когда живешь и ожидаешь этого, в общем-то, мы знали, что она тяжело больна, неизлечимо больна, и что когда-то все равно, не то что даже когда-то, уже в ближайшем времени, все равно наступит конец. Все равно это приходит неожиданно. И я даже не буду вдаваться ни в какие подробности. Просто у меня на душе сейчас, конечно же, нелегко. Я увидела сейчас, что лебеди прилетели к нам опять на озеро. Вот я сейчас вышла, хотя сейчас накрапывает дождик. Я просто хотела сказать вам, это будет очень коротенький ролик. Потому что я знаю, что завтра 8 марта, и многие из вас будут писать пожелания. Я прочитаю все ваши комментарии, но я сразу заранее прошу прощения. Прошу прощения за то, что мне будет тяжело отвечать на ваши комментарии, поэтому, скорее всего, я не смогу ответить на ваши комментарии. В общем-то, завтра, 8 марта, выйдет мой ролик про барахолку. Он был снят уже давно, это третья часть из цикла. И на следующей неделе, наверное, я возьму недельную паузу. Вот, надеюсь на ваше понимание. Прошу вас тоже не грустить. Я сама стараюсь, конечно же. Мы все стараемся держаться. И хотя, конечно, это бывает нелегко, но мы все переживем. В общем-то, мое жизненное кредо. Все, что не делается, все к лучшему. Да, да, даже в этом случае для Алисы так будет лучше. Потому что последние дни особенно, они были очень тяжелы для нее. Видно было, что все дается ей нелегко. И поэтому это, ну, как может быть странно это не звучит, это самое лучшее. То есть она ушла очень легко. Я должна вам сказать, что она не мучилась, поэтому ладно, девчонки, заканчиваю. Просто я просто не могу уже больше говорить и вы меня понимаете, я думаю. Желаю вам всего хорошего, и мы обязательно с вами еще встретимся, увидимся.